Мне кажется, Боба вчера просто был вообще не в форме. Он просто, блядь, вздыхал. Зале.
Ладно, хотя бы Егора не хуй Реверс на Overwatch. Ну, в команде с Бога, да.
Блять! Ваня тоже не так просто, как кажется. Пак, блядь, ну знаешь, что Боу, блядь, всегда этот овер ставит, всегда, блядь. Можно было бы. Тем более там две карты можно было банить сразу. Ну как бы с одной стороны, да, с другой стороны хомяки тоже неплохо овер играют. А другие, они, может, меньше хотят играть. Ну, как видишь, овер у них вообще не получился. Ну, не рассчитали. Ну, может, им вообще просто они играют в удовольствие. Им главное сейчас взять хотя бы игру, чтобы у них очки были. Ну да. Если выиграют, так хотя бы одно очко получат. В принципе, они на Lost Village тоже могут попадаться. Мне кажется, нет. Ну там единственное, что вот Рве играет так пафосно достаточно. Он там такой душноватый. Уже и догнали. Пиздец у них на тоненьком. Пиздец будет обидно, если они тут смогут проебать, это пиздец. Привет, ребятки. Привет. Надо потеть им. Ну да, надо потеть. Хотя бы игру престижа выиграть. Это какая игра, кстати? Вторая. Всего из всех? Нет, тут всего три. Но просто если Хоуми выиграет, то будет третья. Хоуми. И горы, блядь. А если дерутся, они проиграют? Дерутся за одно очко. А если проиграют, то все, конец. Две карты. Дерутся за одно очко, хорошо сказано. Да, да. Как есть. А еще кто играл? Уже играли, да, все? Я все пропустил. Ну еще планируется там одна игра. Гэвила против Хоуми. Афериста? Нет, Хоуми. А что, аферист не играет? Они уже отыграли. Ничего не понимаю. Ну ладно. Там таблица, типа. Там не сетка, а таблица. Там каждый должен с каждым сыграть. О, господи. Спак придумал, ну понятно. Ну просто как бы, ну, справедливо. Ну понятно, все ясно теперь. Нормально. Да это вообще-то не особо я придумал. Есть такая схема. Да, конечно. Ну как бы, блядь, есть шансы даже у, блядь, там. Не факт, он уже мог быть. А что, Спак постоянно банят? Да. Блять. Так это только знаешь, что прикол это и тебе оставить. Мы, может, с первым ее пикнем, если будет шанс.
Спак. Кстати, да, Спак, если вы с Кредом, ну как бы, блядь, ну, коп нормально играете. Слышь, Спак? Чё? А ты толстый? Да нет. А почему ты на сходки не ходишь? Пиздец, логика железная. Нет, ну я же тебя вживую не видела ни разу. Вдруг ты толстый, поэтому не ходишь. Red Team wins. Бля, красавцы, нихера себе. Али подфартило. Молодцы.